секреты не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте. И в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились в темноте. Они уходят, выполнив задание. Их отзывают высшие миры, неведомые нашему сознанию по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет душ. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ. Песни птицы допевают, в полях для них цветы венки совьют. Они уходят вдаль, но никогда не умирают, и в песнях, и в стихах своих живут. А может быть, сегодня или завтра уйду и я таинственным гонцом туда, куда ушел, ушел от нас внезапно поэт и композитор Виктор Цой.